эксцентриссимо. Миллионеры готовятся к апокалипсису. В Штатах настоящее сумасшествие. Кто строит бункеры, кто скупает оружие и золото, земли в Австралии. Основатель соцсети LinkedIn, миллиардер Рив Хоффман, закупил несколько мощных мотоциклов. Вдруг в случае глобального катаклизма все захотят сбежать. Он тогда успешно объедет пробки. Правда, Хоффману осталось похудеть. Офисная работа на пользу не идет, если хочешь выжить при инопланетном захвате или глобальном потопе. Основатель платежной системы PayPal Питер Тиль планирует побег на вертолете. Он уже стоит в ангаре, заправлен и технически исправен. Если все будет совсем плохо с планетой и вертолет не поможет, то Тиль приобрел билет на Марс у Илона Маска. Основатель SpaceX известен своей фобией захвата Земли искусственным разумом. Мы теперь уже знаем, что страх реально прокладывает ему путь в космос, и другие такие же богатые и напуганные концом света скоро тоже понесут ему свои доллары. Эксцентриссимо.